МЧС работает в режиме чрезвычайной ситуации. Все из-за паводков на территории края. Накануне спасателям пришлось на руках переносить жителей через затопленную дорогу в селе Кочулька Каратузского района. Разлилась река Амыл. На некоторых улицах жители выходят из домов сразу в лодку. Затоплено 26 участков. Всего в крае сейчас в воде три села и десятки небольших дорог. Уровень воды в реках остается критическим. В сложной ситуации остаются села в Ермаковском районе. Из берегов выходят реки Ое и Кибеш. Сегодня Хакасия ввела режим ЧС. Там серьезно подтоплена база. Поселок заливает вторые сутки. Около 60 домов попали в зону подтопления. Ради безопасности энергетикам даже пришлось отключать электричество, а люди вынуждены покидать свои дома.